Всем привет! Сегодня у меня интересный, ну, мне интересный обзор. У меня Canon 90D, на нем полтинник Canon 51.2L, а здесь Fuji XT20 и полтинник, ну, 56 мм, тоже 1.2. У меня сейчас вот эта камера на тесте и этот объектив на тесте. Мне их завтра нужно отдать, но я уже успел на них пофотографировать. Ну, для начала расскажу об объективах. Вот этот полтинник топовый в линейке Fuji. Мне очень интересно было, что это за зверь, так как раньше его даже не держал в руках. Но по сравнению с этим полтинником он легче раза в полтора, меньше. Ну, меньше не в полтора раза, но чуть-чуть меньше. Хотя передний элемент у него побольше, чем у Canon, а задний чуть-чуть поменьше. Но это, кстати, обусловлено тем, что он под беззеркалку сделан. Это такая особенность беззеркалок. Конструктиву он металлический, он очень классный. Но вот что мне не нравится в объективах Fuji, это касается, кстати, и Xonic, Panasonic, что у них кольцо фокусировки, хоть здесь оно и здоровенное, металлическое, очень плавно вращается, но оно электронное. То есть, если этот объектив, ну, как бы, здесь, я думаю, что такая проблема не будет возникать, но если вот я одену этот Canon на Fuji с переходником, то он будет фокусироваться, я имею в виду переходник без электронных контактов, он будет фокусироваться, потому что здесь фокусировка механическая, здесь она электронная. Но, опять же, это субъективно, мне больше нравится механическая фокусировка. Но кольцо очень плавно вращается. Здесь, опять же, традиционно для объектива Fuji кольцо диафрагмы. Для выставления значений можно поставить автомат, можно конкретную диафрагму. Для меня он непривычен тем, что у меня это на этой камере первый автофокусный объектив, так как я пользуюсь мануальными стеклами 35 и 12 мм. А тут вот решил попробовать полтинник автофокусный. И автофокус у Fuji прикольный, хоть это XT20, модель 2017 года, но есть фокус по лицам, по точкам, фокусируется достаточно быстро, то есть, но дискомфорт я ощутил только в плане выбора точек фокусировки. И вот в плане, ну, опять же, я не привык работать с автофокусом. Здесь вот выбор лиц в кадре как-то он мне был не совсем понятен. То есть вроде бы на них тыкаешь, вроде они как-то не выбираются. Плюс у меня был сначала режим фокуса по точке конкретной, и он как-то интересно переключается. То он по точке, то если он видит лицо в кадре, то он переключается на фокус по лицам, потом опять по точке. Но это такие нюансы. Факт в том, что фокусируется он хорошо. Что касается Canon 90D, то здесь автофокус очень крутой. Ну, это зеркалка, здесь есть как фазовый автофокус через точки, через оптический видоискатель, так и такой же, как и в беззеркалках Canon, Dual Pixel, если вы работаете в режиме WFU по экранчику. При этом он может следить за объектом по лицам, по глазам, делает это все очень хорошо, то есть вы можете проводить портретные фотосессии, вот класс-класс, и он сам за вас все сделал. Кстати, в XT20, по-моему, нет, фокус по глазам тоже есть, причем вы можете выбирать глаз правый, левый, там ближний, дальний. В общем, выбирать, какой глаз он будет фокусироваться. У Canon это просто глаза и все. В общем-то, обе камеры хорошо фокусируются, но Canon, мне кажется, все-таки это быстрее делает. Кстати, еще интересная особенность. Оба объектива 1.2 я снимал на ярком солнце, и возникает вопрос короткой выдержки. У Canon 90D самая короткая выдержка с механическим затвором 1/8000, но здесь можно снимать и с электронным затвором в режиме WFU, и выдержка получается 1/16000. У XT20 самая короткая выдержка с механическим затвором 1/4000, а с электронным 22000, он мне писал. 32 я не уверен, по-моему, 22. Ну, то есть еще короче, чем здесь, если затвор электронный. То есть, в общем-то, на 1.2 снимать можно и на то, на ярком солнце. Но, опять же, если вы проводите какую-то портретную фотосессию, то вы вряд ли будете снимать прямо на открытом солнце. То есть, так или иначе, вы модель заведете в тень, чтобы это нормально выглядело. А в тени можно снимать и на 1/8000 или на 1/4000. Этого будет достаточно. Самое интересное, в общем-то, качество изображения. Я скажу, что вот это на кропе, подчеркиваю, на кропе вот этот объектив победитель, потому что он на 1.2
очень резкий, может по краям там можно чуть-чуть найти, но все равно мне очень понравилась его резкость. То есть, когда я посмотрел фотографии на 90D, но опять же, нужно учитывать, что здесь 32,5 мегапикселя, а здесь только 24. То есть для кроп-матрицы такого количества мегапикселей уже становится избыточным. И когда ты снимаешь на открытом, то на открытой 1:2, то я видел во-первых, мягкость, то есть это не супер резкая картинка, но она не мыльная, но и не резкая, знаете, что-то такое. Но и присутствовало небольшое свечение, чем-то отдаленно напоминающее, как у полтинника 1.4 на открытой. Ну, не так сильно выраженное. Но, в принципе, я не могу сказать, что это прям так уж плохо. То есть, если вы снимаете портреты, то оно дает какой-то, что ли, пленочный эффект. То есть, картинка такая, мягковатая и... в общем, мягковатая как по резкости, так и по вот этим светящимся ободкам. То есть для портретов окей, но если хочется чего-то, может быть, какой-то репортаж, еще что-то, 1:2 на вот этом кропе мне не понравилось, и разрешение фотоаппарата она не вытягивает, то есть нужно закрыть его там до f2 или до 2.8, тогда все будет круто, но на открытой, это не честные 32 мегапикселя, то есть так себе. С другой стороны, здесь на 1:2 резкость вообще шикарная, я уже говорил, но практически по всему полю, то есть чуть ли не архитектуру можно снимать, насколько этот объектив с этой тушкой резкий. Но нужно учитывать, что это объектив для кропнутых камер, а это объектив для полнокадровых камер, которые я делал на кропнутый Canon. И в этом особенность Canon, что он не очень, не выпускает целенаправленно продвинутую оптику для кроп-камер. То есть, если вы хотите крутую оптику Canon, то это будет полнокадровая оптика, которую вы уже оденете на кроп. Но в данном случае, опять же, это очень старый объектив. На полном кадре он хорошо себя ведет, и на 1:2 картинка пусть не такая мега резкая, но она уже рабочая. Здесь она такая полурабочая, она уже портретная, я бы так сказал. На 1:4 на полном кадре он уже резкий. Здесь, с оговорками. Здесь же этот объектив ведет себя очень хорошо, и опять же, объектив создан для этой камеры, а здесь, не совсем. То есть я могу сказать, что Fuji вот в этой связке, как вы видите, то это победитель. То есть он лучше выдает фотографии, более резкие, очень контрастные, без каких-либо там нюансов. То есть, круто. Эта штука значительно легче, чем эта. Я не знаю. Может, чуть ли не в два раза она легче и компактнее. То есть мне понравилось, как снимает Fujik. По рисунку классный объектив, но они оба классные по рисунку. То есть тут я даже не могу сказать, что какой-то из них победитель. То есть и там приятная бокашка, все очень хорошо, но тут уже кому как нравится. Опять же, по цене эти объективы сопоставимы. Похожая ситуация, но все-таки полтинник вот этот на полном кадре мне нравится больше. С другой стороны, вот этот объектив на кропе, он здесь родной, и он отлично снимает. То есть это такой действительно портретник. Я полтинники, раньше говорил, что полтинники не портретные объективы, но я всегда снимал на полный кадр. На полном кадре, можно, но с оговорками. Когда же вы имеете дело с кропом, то 56 мм 1:2 это очень удобно, действительно портретная фокусная. С комфортного расстояния можно снимать, получать размытый план. Я пофотографировал людей, у меня должна была быть модель, но мне не повезло с моделью, поэтому я вам покажу кадры просто людей на улице, там скейтбордистов снимал, там бок о бок покажу эти фотографии, в общем, посмотрите для себя сами. Для владельцев Fuji классная оптика, то есть мне все очень нравится, стильный, но единственное, что под этот корпус я хотел бы, чтобы он был серебристый. Не знаю, бывают ли они серебристые, но мне черное что-то, как-то не очень. Но это уж такое. Здесь же эта штука смотрится очень убедительно, причем эта камера лучше сидит в руке, она покрепче, тут все пальцы хорошо лежат на своих местах. То есть такое, ощущение от профессиональной камеры, по хвату, по всему. Балансируется хорошо, то есть на Canon R тоже нормально балансируется, но здесь, я уже говорил в обзоре, что рука лежит лучше.
Ну, а дальше покажу вам фотографии и, в общем-то, на этом буду завершать обзор. Давайте сравним. Слева у нас 90D с полтинником 1.2 и справа Fuji. Смотрим вот на резкость сразу же. Видно вот этот разлом, у Canon такое свечение идет, у Fuji все резко и контраст на месте. Мне вот было интересно еще, насколько у них отличается бокешка. Ну вот так она отличается. Не знаю, что тут сказать, но у Fuji, по-моему, даже она как-то плавнее, насколько я могу судить. Давайте здесь посмотрим, в этой стороне. Ну вот по мусорнику сравним. Не знаю, как по мне, так очень похоже. Но кадр на Fuji как-то посветлее, не знаю, почему так. Посмотрим эту зону. Но настолько похоже. Ну, я сейчас на других фотографиях еще сравню. То есть вот чем отличается эта бокешка, сложно сказать. Дальше смотрим. Здесь я на открытой снимал с рук, но примерно на одинаковых значениях. Даже вот не знаю, мне кажется, что у Fuji как-то плавнее идет размытие, насколько я могу судить. Но оно и там в кашу, поэтому разница. Не, ну вот здесь как-то оно, не знаю, вот кадр справа мне нравится больше. У Canon вот эти кружочки, они более такие выраженные, что ли. У Fuji вот такое дело. Ну вот, в области вот этих вот кружочков у Fuji здесь все так плавненько, ровненько, у Canon пошли такие вот штуки. Ну, посмотрим на резкость переднего плана. Ну, по-моему, здесь очевидно, что Fuji более резкие. Больше деталей, но здесь, по-моему, уже фокус потерян слева. А ну-ка сюда посмотрим. Ну, резче по всем фронтам, причем в данном случае картинка слева прям выглядит мыльной на фоне того, что мы видим справа. То есть Canon, ну, совсем на кропе, он такой мягенький, как видите. Но, опять же, для съемки портретов, насколько это важно, сложно сказать. Объектив-то, в общем-то, не пейзажный. С другой стороны, у Fuji мы видим, что вот бокашечка даже помягче. Что еще могу сравнить? Так, вот у нас слева Canon, справа Fuji, чуть-чуть разное кадрирование. Вот видно, насколько контраст выше у Fuji, то есть объектив на кропе себя ведет, конечно, лучше, чем Canon ведет себя на кропе. Приблизим здесь, ну, с резкостью победитель, я думаю, очевиден. Но вот что касается бокашечки, давайте посмотрим сюда. Ну, не знаю, у Fuji как-то оно более как-то плавно размывает, но на самом деле разница такая ничтожная. Дальше я не буду сравнивать их бок о бок, я покажу просто подряд фотографии. Вот, смотрите, снимал на XT20, 1/32000 выдержка, мне обратите внимание. И вот на открытой, как он снимает, детализация просто шикарная. Но по краям она, может быть, чуть-чуть падает, но все равно это чуть-чуть, ну, на грани погрешности, в общем-то. Дальше смотрим здесь по краям. Ну вот паренек чуть-чуть размытый, ну так, чуть-чуть. Смотрим на 1.4. В общем-то, картина сохраняется. Но 1.4 все очень даже рабочее. Дальше 1.6. Небольшие хроматические аберрации. На данном случае я считаю, что это небольшие, только вот здесь. Вот, кстати, посмотрим на 1.2. Мне интересно, как тут с аберрациями. Ну, чуть-чуть. Сейчас открою Canon, я уверен, что там аберрации будет больше. На 1.8 все такое резкое, классное. Но вот на 1.8 уже и края подтягиваются, совсем подтягиваются. Они там хорошие были. 2.0, 2.2.
смотрим по краям, 2,5, вот 2,5 уже такая резкость совсем по всему полю. Ну вот как-то так. Дальше я еще раз повторил, на бесконечность снимал, на открытое на 1,2. Смотрите, я даже больше приближу, сейчас 1,2 к 1. Да вон, посмотрите, силуэта можно. То есть у Canon нет такой резкости на открытое. Куда ее девать, вопрос, но она тут есть, в общем-то. То есть на 1,2 он уже шикарный. Не знаю, есть ли смысл на 1,8 дальше смотреть, на 1,8 винитирование. Тут почти пропадает, по-моему. Дальше я попробую вот этот объектив на предмет автофокуса. Просто вот проезжающие машины снимал. Кстати, вот здесь видно, как у него с хроматическими аберрациями. Они есть на 1,2, вот фиолетовое освещение, но не ярко выраженное. Присутствует, но умеренное. Движущиеся машины он ловил. Дальше, ну вот у меня идет серия кадров, в общем-то, все окей. Размывает задний фон. Что еще тут поснимал? Вот это я снял на 35 миллиметров, это не 56-1.2, это 35F1.2. Я постарался сделать похожее кадрирование, насколько это возможно. Такой сейчас мини-тест вам покажу. Так, справа у меня 35-ка. Ну вот 35-ка, она закручивает фон, типа а-ля как Гелиос, и мне объектив этим, ну, интересен. При этом у нее резкость, ну, как бы она такая, ну, она есть, но в такой дымке. В общем-то, вот так они отличаются. Пойдем дальше по полтиннику 1,2. Тут я снимал прохожих, они просто шли мимо меня. Мне интересно было, как будет ловить их автофокус. И, в общем-то, очень неплохо он с этим справлялся. Абсолютно случайные люди, фокус по лицам, просто проходили мимо, я так поднял фотик, и вот он ловил. Да, там были кадры, когда он там не туда попадал, там, но на самом деле автофокус очень хороший. То есть я после этого объектива задумался, а не купить ли мне автофокусный Fuji какой-то объективчик, потому что посмотрите еще как, ну вот в полный рост вы можете снимать с таким размытием заднего плана. То есть от заднего плана, конечно, мы полностью не избавляемся, как это можно сделать на 135-ке. Но, во всяком случае, изоляция уже присутствует, и резкость вот на открытое у него очень хорошая. Резкость, все супер, то есть даже не думаю, что это на 1,2 так снято классно. И сейчас я перейду к Canon. На 90D я тоже тестировал автофокус, снимал скейтбордистов. Он-то, конечно, попадает, но посмотрите, после Fuji, ну, такое свечение и резкость, контрастная, открытая, совсем не такие классные, как это было у Fuji. То есть это оно в фокусе, но оно вот в такой вот дымке. То есть я могу сказать, что объектив Fuji, он более многофункциональный, так как, ну, Canon, он такой чисто портретник, а на Fuji можно снимать больше вещей, и у вас будет лучше дела с фокусом. Какой интересный сноуборд у него, ой, этот скейтборд. Дальше. Ну вот такая резкость, видите, у него на открытой. Но бокашка у полтинника, конечно, тоже очень приятная, и тоже он все ловит, причем тут тест такой, парню довольно быстро мимо меня проходили. Он по ним вот здесь пропал он, видимо, не понял, на ком фокусироваться, на этом или на этом. Давайте спустя кадр посмотрим, что у меня с выдержкой. Выдержка 1/8000, не попал, он по шее сфокусировался у него. Тут промах, дальше, ну вот какие-то ребята, но видите, такая вот резкость, я бы сказал, компромиссная, не попал, а ну-ка, он его не опознал. Тут с этим автофокусом такая штука, он должен словить объект, вот этого парня он не словил, и все, вся серия у меня, ну, в кашу, то есть он просто его не поймал. Вот этого парня он словил. И у меня вся серия идет в фокусе, хоть он даже ко мне спиной едет, но тем не менее парень весь у меня сфокусировавшийся. Но здесь он, по-моему, слишком близко был.
Потом я сделал тест вот 51 на 1.2. Смотрим, как здесь с резкостью. То есть, ну, смотрите, по краям кровяное свечение, аберрация. Ну, она, в принципе, тоже есть. Вот я сейчас делаю на 2 к 1. Ну, не так классно, как там. Такое ощущение, что человек голый стоит. Ну, это кажется. Не, ну, это совсем не та резкость, что у Фуджи, конечно. Это такое. На 1.4 смотрим. Тоже так себе. Вот на полном кадре на 1.4 этот объектив уже, ну, там есть скачок по резкости, он добавляет. А на кропе, ну такое, на кропе вот на 2.0 здесь я вижу по центру, но края все равно, ну края тут не вообще, края откровенно мыльные. По центру уже да, уже хорошо. На 2.8 смотрим, на 2.8 центр уже очень резкий, края получше, но все равно это не идеал. Совсем не идеал. На F4 края, конечно, становится еще... Центр, вот видите, ну, в общем-то, 80% кадра на F4 уже отличные, просто очень резкие. А вот самые края так себе. На 5.6 края, можно сказать, приемлемые. На F8, ну вот на F8, да, края уже, можно сказать, такие, как у Фуджи на 1.2. На F9, а, здесь я ISO задрал. Кстати, вот обратите внимание, тест ISO, мне было интересно, 90D, ISO 3200, свет идеальный, но картинка начинает сыпаться. То есть яркий солнечный день, видите, какая выдержка, давайте попробуем это затемнить. Ну, уже идет такой шум, но 32 мегапикселя на кропе, это вам не цацки-пецки. Так, 1600 ISO, это уже, знаете, тест не объектива, но мне было интересно просто, а тест камеры F9, ну, такое, от ISO. Не, ну, по центру очень даже резкость неплохая, шумы появляются, но 1600 на этом фотоаппарате, это уже как-то с таким вот шумом. Опять же, если эту фотку уменьшить, то будет все очень хорошо. А это у нас что? ISO 800. Ну, на 800 оно не так ощущается, но обратите внимание, на F9 самые края все равно не идеальны на 90D. Много мегапикселей много, и, в общем, полный кадр как-то повеселее снимает. Дальше, обратите внимание, выдержка на 12800, 6400, 3200. Ну и бокашечка, соответственно, это мы в контровом свете проверяем его. Что мне еще? Ну, пожалуй, на этом все. Я думаю, что я показал вам, что представляют из себя эти фотоаппараты и объективы.